Так, друзья, всем привет. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как меня видно, слышно. 5 баллов ставьте сразу, пятерочку ставьте, чтобы я понимал. Всем привет, привет. У меня сегодня просто настроение огонь. Самое классное настроение. Сегодня самый прекрасный день. И у вас в том числе будет самый прекрасный день. А если у нас здесь есть новички, то, поверьте, я постараюсь вам рассказать все подробно, максимально, и зарядить вас на успех. Так, отлично, пятерочки вижу. Хотите энергии, друзья? Я вот хочу с вами поделиться своей энергией. Поставьте, пожалуйста, огонек. Не жалейте, пишите, чтобы я понимал, что вы хотите получить от меня обратную связь, энергию, чтобы зарядились. И так же, как и я, шли, как говорится, на пролом, достигая своей цели, своих результатов. Давайте огонечек ставьте, чтобы я понимал, включить вам ролик или нет. Мне прямо ролик очень понравился, Коля его включал. Он прям такой вот мотивирующий, мне он нравится очень сильно. Все, огоньки вижу, все супер. Не ленитесь, давайте ставьте, а то я не буду проводить презентацию вам сейчас. Шутка, конечно, я обязательно проведу, но я хочу включить этот ролик, он меня просто мотивирует, мне он очень сильно нравится. И хочу от вас получить обратную связь, вот прям поставьте двадцатки, если вас это замотивировало, цифра 20, вот после ролика, давайте, включаю. Вот она, движуха. Как вам? Или еще раз поставить? Давайте еще раз. Вот эта тема, друзья, вот это просто огонь, вот это просто, вот меня этот ролик мотивирует очень сильно. Это классный ролик, который я всегда каждое утро включаю и понимаю, после просмотра даже короткого, вот 5-секундного ролика у меня просто мотивация на целый день. Супер, благодарю вас за обратную связь. Дайте мне, пожалуйста, информацию о том, кто у нас здесь, есть ли у нас здесь новички. Поставьте цифру 1, чтобы я понимал, сколько нас здесь вообще новичков, которые вообще не понимают, куда вы попали. Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь, поставьте 1. Вот, если здесь много партнеров, поставьте цифру 7, чтобы я понимал, что у нас здесь есть и партнеры, и гости. У нас сегодня на эфире прям очень хорошее количество, прям прямой эфир у нас очень жаркий сегодня будет. 1 есть, супер. Друзья, я вам скажу так, что вы пришли в нужное время. Сейчас я вам расскажу и покажу, как вы сможете заработать очень много денег. Я постараюсь поделиться этой энергией и самый главный и важный момент вам показать, на чем и как вы будете зарабатывать. То есть, что за бизнес, какой у нас продукт и как вы на этом сможете заработать кучу денег. Сегодня у нас речь пойдет о криптовалюте, а именно о монете Тон. Тон Коин. Это официальная монета Павла Дурова. Сейчас я сделаю вам демонстрацию экрана. Сейчас я вам все, друзья мои, все вам покажу. Сейчас, 1 секунду. Так, делаем. Демонстрация экрана. Так. Жду от вас обратной связи. Видно ли мой экран? Поставьте, пожалуйста, цифру 3, чтобы я понимал. Так, я вижу, что у меня, в принципе, все работает. Надеюсь, и у вас тоже все работает. Итак, друзья, смотрите, мы должны с вами опираться на факты. То есть вы можете спокойно зайти на CoinMarketCap. Здесь представлены все криптовалюты. В поиске выбрать здесь себе ту монету, которую вы хотите проанализировать. Вот, допустим, мы с вами будем разбирать монету Тон. На сегодняшний день монета Тон стоит $1.95. Рекомендую вам сразу обратить внимание, здесь есть официальный сайт. Можно зайти на официальный сайт и посмотреть, какая создается экосистема вокруг данной монеты. Сейчас у меня загрузится немножко. Я вам делаю демонстрацию экрана, немножко чуть-чуть подтупливает интернет, но я думаю, это не страшно. Вот, соответственно,
Сейчас у нас загрузится. Я хочу пример вам привести того, что монета ТОН – это сейчас идеальный инструмент для того, чтобы вам заработать, а еще и приумножить свои средства. Я вам вкратце чуть позже сейчас расскажу историю, как один из моих партнеров, коллега, мой коллега, зарабатывал криптовалюту и просто в один момент купил себе квартиру. То есть я хочу вам привести пример. То есть сейчас монета ТОН Коин стоит $1.95. Давайте с вами представим, когда появился биткоин, то есть мы сейчас можем вам, с вами обратиться также в CoinMarketCap, открыть и посмотреть, как рос биткоин. Почему идет аналогия с ним? Потому что биткоин – это первая криптовалюта, которая дала, как говорится, очень большие иксы. Если мы с вами обратимся в самое-самое-самое начало, то есть нажмем кнопку «Все», в 2013 году, когда она у нас появилась, в 2013 году данная монета стоила $123. То есть я хочу вам сказать, что монета ТОН – это как вы сейчас 9 лет назад. Имеете возможность заработать большое количество, и со временем он будет расти. Почему? Потому что на официальных источниках везде говорится… Вот он как раз загрузился у нас сайт. Можете здесь зайти в раздел «Приложения сервисы», соответственно. И здесь есть очень много официальных источников, телеграм-канала, где вы можете получить дополнительную информацию о том, что происходит вообще с монетой ТОН, какая экосистема вокруг него создается. Я вам могу сказать, что через 2 месяца закончится майнинг этой валюты. И, соответственно, все люди начнут держать их на кошельке. И мало кто хочет продавать их, понимаете? Будут торги. Соответственно, курс этой монеты будет 100% расти. Это говорю не я, а говорят все эксперты, которые разбираются именно в криптовалюте, соответственно. И они говорят, что в этом году монета ТОН сделает как минимум X5, X10. Поэтому наша задача с вами обратить внимание на эту монету. Почему на эту именно монету? Потому что вокруг этой монеты создается очень большая экосистема. То есть мы можем посмотреть обменники, соответственно, NFT, то здесь также используется в этом блокчейне. Соответственно, очень много интересных различных приложений, мостов, соответственно, добыча, где вы можете его добывать. То есть и самый важный и интересный такой момент хочу вам показать. Социальная сеть. Социальные сети. То есть вы можете уже регистрироваться в различные платформы, в социальные сети, платить и получать качественный контент. Сейчас в Телеграме, если вы видели последнюю информацию, Телеграм объявил, что будет премиум-подписка. И это говорит о том, что чтобы получить эту премиум-подписку, у вас должны быть тонны. Соответственно, за эту подписку вы будете получать какие-то крутые плюшки от самого Телеграма. Вот. Также, смотрите, создаются разные игры, платформы, где можно играть и зарабатывать монету ТОН. Блин, друзья, это вот на самом деле на сегодняшний день это самый крутой, скажем так, актив, который вам в будущем даст очень большие иксы. То есть прямо на официальном сайте здесь прямо так написано. ТОН – это полноценно децентрализованный блокчейн первого уровня, разработанным Телеграмом для миллионов пользователей, то есть для нас. Телеграм на сегодняшний день – это просто топ-1 социальная сеть. То есть за этим стоит Павел Дуров, чтобы вы понимали. И Павел Дуров – это человек, который не про деньги. Это человек, который визионер, который идет в будущее и смотрит. Сейчас я отключу демонстрацию экрана, покажу себя. Я хочу вам рассказать историю, что давным-давно я также зарабатывал биткоин и мог бы его сохранить. И сейчас бы у меня было бы прям достаточное количество денег. Но тогда я продавал по курсу. Но у меня есть коллега, который ранее зарабатывал биткоин и не продавал его, а дождалась, когда курс стал $20 000, $30 000. То есть в тот момент, когда она, ее зовут Лариса, она зарабатывала биткоин, тогда по курсу было где-то $600. Но спустя некоторое время она просто их хранила на долгий срок. Вот что значит финансовая грамотность. Нельзя все сливать, нельзя все фиксировать. Она просто положила на долгий срок, и, соответственно, сейчас она спокойно купила сыну квартиру, у нее есть машина, даже если я не ошибаюсь, даже 2 машины, соответственно, она уже ни о чем не переживает. У нее все есть, понимаете? И наша задача сейчас с вами, у каждого появился второй шанс
заработать криптовалюту, монету ТОН, и со временем сделать очень большие иксы. Вот представьте, вы заработаете там, я не знаю, 1 миллион рублей по курсу по сегодняшнему, а в конец года он сделает x5, это 5 миллионов рублей. А если сделать 10, то это 10 миллионов рублей. То есть вы заработали миллион, немножко подождали и сделали x10. И спокойно купили то, что вы себе хотели. Лариса, да, она здесь как раз присутствует, она вообще молодец. Вот. Я почему ее привел пример? Потому что это живой пример, это живая история, которая меня просто вдохновляет на то, чтобы сейчас зарабатывать эту монету ТОН. Соответственно, как и где мы с вами будем зарабатывать эту монету, я сейчас сделаю вам демонстрацию экрана, но перед этим я хочу вам показать еще видеоролик о том, что сейчас монета ТОН очень сильно развивается, и эту монету можно приобрести, соответственно, и поехать куда-то, например, за границу и расплачиваться. Я сейчас вам покажу просто пример того, как в Арабских Эмиратах, в Дубае, человек имеет на кошельке ТОН, покупает там Кока-Колу. Сейчас буквально одну секунду. Вот смотрите, смотрите внимательно. Вот просто нужно шагать в ногу со временем. Красота. Вот специальный банкомат, где можно купить уже продукт. Человек выбирает Кока-Колу. Оплата идет через ТОН. Через тот кошелек ТОНКИПЕР, который у нас большинство партнеров есть, друзья мои. Смотрите, как быстро происходит транзакция. Все легко и просто. Буквально вот просто несколько минут, даже вот меньше там одной минуты происходит транзакция, человек получает продукт, который он оплатил. Вот сейчас он достанет напиток. Вот, друзья, вот что сейчас происходит. Сейчас нужно двигаться со временем, соответственно, ногу со временем. И наша задача показать вам, что такое монета ТОН, какие ее перспективы и самое важное, как вы сейчас можете заработать очень много ТОН и через год ни в чем себе не отказывать. Сейчас я сделаю для вас демонстрацию экрана, и мы с вами подробненько поговорим. Так. Так, демонстрация экрана. Все, видно. Я надеюсь, все видно, слышно. Поставьте, пожалуйста, двоечки, чтобы я понимал, что демонстрация экрана идет. У нас все четко, я сейчас проверю. Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, друзья. Все, отлично. Вижу. Ну что, друзья, давайте начнем. Что такое у нас Rocket ON? Это у нас на первом месте стоит, это, чтобы вы понимали, это обучающая платформа, где вы можете получить крутые знания и возможность зарабатывать. Это очень важный момент. Потому что у нас есть партнерская программа, то есть партнерский маркетинг. Я вам скажу так, что любые бренды, любые компании, Тинькофф, Сбербанк, Альфа-Банк, вот мне вчера звонил друг, он продвигает Альфа-Банк, и он хотел, чтобы я оформил эту карту. Я говорю, только у меня есть эта карта. Я говорю, а какой твой интерес? Он говорит, если я подключу тебя к этому банку Альфа-Банк, я получу 1000 рублей. Соответственно, понимаете, есть партнерская программа. То есть сейчас все развивается через партнерскую программу. Соответственно, в Тинькове, если вы пригласите своего друга, они вам подарят 5000 рублей. Понимаете? Соответственно, если на работе вы, работодатель говорит там, пригласи своего друга, товарища, получишь какую-то премию. Понимаете? В сфере услуг, если ты приведешь клиента, например, у меня есть знакомый, который делает классный дизайн фотографии. Он говорит мне, если приведешь клиента, я тебе буду делать скидку. Либо ты получишь там 10-20% от этого. Мне это выгодно? Почему нет? Я пригласил человека, я за это получил деньги. Понимаете? Игры. Игры тоже, если вы приглашаете друзей, даже там вот мне очень много приглашает людей ВКонтакте где-то поиграть, если они меня пригласили, я зашел поиграть, они за это какие-то виртуальные монетки получили. Ну, то есть везде сейчас идет партнерская программа, то есть везде можно зарабатывать через построение команды, через структуру. Соответственно, Rocket ON – это у нас
скажем, такая платформа, на которой мы строим партнерскую сеть. Соответственно, вы приглашаете своих друзей, люди, ваши друзья получают продукт. Самое главное и важное, у нас есть продукт. Мы не деньги ради денег, у нас есть продукт, конечный, который реально человеку нужен. Понимаете? И таким образом у нас получается многоуровневая партнерская программа, у нас выстраивается сеть. И всего лишь человек один раз платит всего лишь 5 тонн, соответственно, и получает от нас продукт. Но по продукту мы сейчас с вами поговорим. Я первый хотел что сказать, это про тех людей, кто у нас стоит во главе. Во главе этой компании Rocketon у нас находится главный по IT направлению, это Евгений Пронягин, соответственно, и Николай Жаричев, это главный человек, который следит за развитием этого бизнеса. Евгений – это человек-технарь, который вот просто придумал уникальный маркетинг. И сегодня вы о нем узнаете. У них есть предыдущие еще два проекта. Это просто гейм, который на сегодняшний день также работает. Живая очередь также работает. То есть эти люди не закрыли свои проекты. Они также работают, также развиваются. И люди вот в просто гейме активных партнеров там почти 70 тысяч человек. 70 тысяч человек активных. Выплачено было более 2 миллионов долларов, понимаете? В живой очереди это более 100 тысяч активных партнеров, понимаете? И почти 400 там, миллионов выплачено просто в сеть, понимаете? И Rocketon – это самое-самое начало. И вы сейчас находитесь в самом начале. И на чем вы будете зарабатывать? То есть на чем строится сама идея? Идея заключается в том, что вы получаете самое важное. В любом бизнесе новички, которые приходят, сталкиваются с трудностью. У них нет ни опыта, ни знания, ни образования. Соответственно, и много матричных маркетингов есть такие, которые деньги просто ради денег. Но мы не про это. Мы про то, что человек всего лишь платит 5 тонн. На сегодняшний день по курсу это где-то там рублей 700, 800, соответственно, ну, до 1000 рублей. И человек получает очень крутые знания. То есть он будет развивать личностное развитие, получает доступ. Бизнес-навыки будет прокачивать, семейные отношения, психология, здоровье, кольцо баланса, все это человек будет прокачивать. То есть человек за 5 тонн, за маленькую цену получает огромную ценность. Почему? Потому что каждый месяц будет плюс 2 новых курса. Каждый месяц вас будут прокачивать, обучать. Соответственно, вы с каждым месяцем будете финансово грамотным. И вы станете специалистом и можете спокойно в любом другом месте начать зарабатывать деньги. Но наша платформа как раз-таки это некий такой якорь для всех новичков, где вы сможете получить нереально крутые знания. И всего лишь за маленькую цену. Почему мы сделали акцент внимания именно на образовательном направлении? Потому что сейчас очень важно развиваться. Если вы не знаете, что такое криптовалюта, биткоин и как его купить, что такое тон и как его купить, то, блин, друзья, я вам сочувствую. Вам срочно нужно получить эти знания. Нужно получить знания в области маркетинга, знания в области рассылок, как делать рекламу, как делать бизнес, как прокачать свой личный бренд. И всему этому мы обучаем всего лишь за 5 тонн. Всего лишь за маленькую цену вы получаете огромную просто ценность. Соответственно, как работает у нас партнерская программа? Все очень просто, друзья мои. Идет простая механика игровых столов. То есть у вас есть комната. То есть у нас, допустим, когда вы приобретаете подписку, то есть у вас есть доступ к обучению, и у вас открывается первый стол. Соответственно, под вами есть 2 свободных места. Вам достаточно пригласить 2 человек, и пошла дубликация в глубину. Соответственно, вы перешли уже на следующий стол. Об этом мы сейчас как раз с вами подробно поговорим, как это выглядит. Самое важное, что вы получаете, заполняя все эти свободные ячейки? Первое, важно, вы получаете прибыль. Второе, вы получаете партнерские бонусы. Третье, вы получаете дополнительных клонов. Клоны – это копия вашего, скажем так, аккаунта, ячейки, которая также с деньгами падает под вашего новичка, дает ему возможность заработать денег в первую очередь. То есть здесь система работает так, что любой новичок, который приходит в этот бизнес, получает результат. Ну и следующее – это накопление, это апгрейды на более дорогие столы, которые дают вам возможность зарабатывать еще больше.
Как это выглядит? Давайте с вами приведем простой пример. Соответственно, вот так вот у нас выглядят столы, то есть комнаты, вот у нас с 1 по 12 комнату. Вот так вот они выглядят. Давайте разберем первый пример. Я люблю рисовать. Сейчас я вам как раз-таки и порисую. Соответственно, смотрите, какая у нас складывается картина. Вы, когда оформляете подписку всего лишь 5 тонн, у вас автоматом активируется первый стол. То есть 4 – это активация первого стола, а 1 тонн – это на мотивацию, на розыгрыши, на бонусы. То есть для мотивации. То есть здесь, чтобы вы понимали, все 100% денег, которые приходят, они 100% распределяются. И очень важно, вы здесь получаете ценные знания и инструменты. Потому что у нас здесь есть еще сервисы, конструктор визиток, конструктор лендингов, еще будут чат-боты, которые вы можете использовать в любых других направлениях. Может быть, вы развиваете какие-то еще дополнительные инструменты, проекты, используйте наши инструменты, потому что на рынке они будут стоить дороже, чем вы приобретаете их у нас. Вот, давайте с вами поговорим о том, как вы здесь можете зарабатывать деньги. Соответственно, все очень просто. Когда вы активировали себе первый стол, ваша задача пригласить двух человек. Соответственно, вы автоматом переходите уже во второй стол. Когда ваши люди вас дублицируют и приглашают тоже по два человека, соответственно, один человек встает у вас сразу в первую ячейку, вы сами делаете расстановку, как вам выгодно. Соответственно, каждое левое место, оно всегда прибыльное, приносит вам доход, то есть вы уже, грубо говоря, отберете свои деньги, 4 тона, и плюс у вас запустился новый клон. Новый клон – это та же самая ячейка под вашего новичка упала. Соответственно, новичку достаточно, чтобы пригласить одного, и он у вас встает сюда. Все очень просто. Соответственно, когда у вас приходит третий человек сюда занимать место, вы переходите апгрейдом уже в третий стол. Двигаясь по столам, вы будете всегда постоянно зарабатывать деньги и ваша команда. А почему? Потому что, обратите внимание, везде у нас есть прибыль, клоны, прибыль и партнерка. Про партнерку я чуть позже вам расскажу, потому что у нас не просто здесь одноуровнелинейный маркетинг, понимаете? У нас еще есть партнерка на 5 линий глубины. И я вам это покажу. Соответственно, когда ваши партнеры встают к вам в денежное место, вы заработали денег еще, и новые клоны опять полетели к вашим новичкам, которые только пришли и еще никого не пригласили. Тем самым, это у нас работает система умного клона. Она ищет новичка, закрывает его, чтобы он получил результат. Для чего нужна эта система умного клона? Она нужна для того, чтобы любой новичок, который приходит в бизнес, он сталкивается с одной проблемой. У него нету чека, нету опыта. Ему трудно приглашать людей. Но когда он приходит и срабатывает система умного клона, под него встают два человека, он уже заработал денег. Просто эффект вау. За один день человек может отбить свои вложенные средства. Купил первый стол за 5 тонн, соответственно, уже два раза тут заработал по 4 тонны, еще у него дополнительные столы закрылись, и он заработал на этом денег. Друзья, такого маркетинга нигде нету. Это гибридный маркетинг. И не побоюсь этого слова сказать, он убийца всех маркетингов, которые есть сейчас на рынке. Позже вам объясню почему. Потому что у нас здесь есть такие инструменты, которые позволяют постоянно крутить этот механизм. Постоянно идут клоны, вы двигаете спонсора и зарабатываете. Соответственно, чем дальше стол, тем больше ваш доход. Вот, допустим, перешли вы с третьего на четвертый, перешли в пятый, соответственно, стал вам сюда человек, вы сразу получили прибыль 32 тона и плюс дополнительные клоны, которые полетели в первый стол, во второй, и вы там опять заработали деньги, понимаете? Также на шестом столе. Приведу пример вам еще вот у нас, допустим, на седьмом, восьмом, девятом. Самое вкусное то, что мне здесь нравится, здесь мы не просто с вами зарабатываем деньги, а мы генерим дополнительных клонов в нашу команду. И наши партнеры всегда получают результат. Понимаете? То есть, если вот я, допустим, как наставник пригласил, например, Машу, и Маша зашла там на К7. Да, я получил прибыль, получил партнерку 50% от 40 тонн, соответственно, это 20, 100 тонн я заработал, и я дал новые движения в первый стол, в команду. Соответственно,
И также на восьмом столе, также и на девятом. То есть любое левое место приносит всегда доход. А последние два делают апгрейд на более дорогой стол, где вы будете зарабатывать еще больше. Но самое вкусное вас ждет на последних столах. Сейчас я проверю. Есть звук? Все, есть звук. Соответственно, смотрите, что здесь происходит. Когда вы переходите апгрейдом на более дорогие столы, и ваша команда идет за вами, соответственно, вы всегда получаете прибыль, всегда получаете партнерку и всегда генерите новых клонов для вашей первой линии, второй линии и третьей линии. Сейчас я расскажу, как будет работать система Умклона, вы просто обалдеете. Но самое интересное, это вот 12-й стол. Когда вы доходите до 12-го стола, вы можете сами выбрать, куда поставить человека. Вы можете поставить его сюда, в середину, и получить 100% прибыль. 8 тысяч тонн. На сегодняшний день это плюс-минус 16 тысяч долларов. Пригласили второго человека, поставили, получили 1200 тонн, плюс партнерка 1280, соответственно. И представьте, сколько клонов вы запустили в свою команду. Своим новичкам вы дали новые движения. Они заработали денег. И, соответственно, вы заработали денег. Когда вы идете с первого стола по 12-й стол, вы только по пути один раз как минимум зарабатываете там 5-6 миллионов, понимаете? Но за вами идут еще ваши клоны, которые также зарабатывают деньги, которые также создают новую генерацию новых клонов и постоянно это движение. И как только у вас встает третий человек сюда, вы получаете почти 7 тысяч тонн на выплату и делаете благотворительность. Благотворительность 1200 тонн. Я считаю, что это правильно, потому что чтобы получить много, нужно отдать. Закон вселенной, энергия, понимаете, должно быть обмен энергии. Соответственно, когда вы по пути заработали 5-6 миллионов рублей, поверьте мне, по сумме сколько там, 1200 тонн, это 200 тысяч рублей. Вы можете сделать спокойно благотворительность, обязательно, это прям очень важно. Вы можете сделать либо сами и выбрать, куда вы отдадите эти деньги, либо это сделать с командой. Я рекомендую это делать с командой. Почему? Потому что вас команда привела сюда. Понимаете? Вам достаточно здесь всего лишь трех человек в первой линии, с которыми вы будете работать, которыми вы создадите простую дубликацию. Итак, идем с вами дальше. Как заполняются у нас ячейки? Это очень важный момент. Вашими партнерами, вашими клонами, то есть ячейки все заполняются. То есть вы также можете заработать со своих клонов, потому что система всегда в приоритете, чтобы вы тоже зарабатывали и ваша первая, вторая, третья линия. Клоны вышестоящих. Я вам покажу здесь как раз-таки пример, как три вышестоящих наставника бьются за результат новичка. Это очень круто. Нигде такого нет. Переливы от вышестоящих, переходы от партнеров, клоны и партнеров. То смотрите, давайте я вам приведу просто пример. Как работает, скажем так, как три вышестоящих наставника бьются за ваш результат. Это просто бомба. Смотрите, к примеру, вас пригласил ваш наставник. Вот вы здесь вот встали, вот вы. Вот здесь вот вы, соответственно, здесь ваш спонсор, и у вашего спонсора есть спонсор, и у спонсора тоже есть спонсор. То есть вы пригласили, вот у вас есть три ячейки, соответственно. Если вы даже никого еще не пригласили, к вам прилетит перелив по системе умного клона вот таким образом. Раз человек встал, от вышестоящего раз сюда вот встал человек, и от вышестоящего сюда. Вот так вот работает система умного клона. То есть у нас система умного клона именно на первом, втором столе работает по такому принципу. То есть, чтобы вы понимали. Вот вы новичок, например, вы пришли и вы еще никого не пригласили. Вот вы здесь вот стали, заняли вот эту ячейку, над вами есть спонсор, над ним есть спонсор, и над ним тоже есть спонсор. Система умного клона работает таким образом. На первом, втором столе важно, чтобы вы как новичок получили результат. То есть сработал, у вашего спонсора появились клоны, автоматом один вам прилетел сюда, от вышестоящего сюда, третий. То есть вам подряд ставится три клона, вы делаете апгрейд на более дорогой стол. Вы заработали, и у вас еще дополнительный клон. И так происходит со всеми новичками. Со всеми. То есть на первом, втором столе всегда система закроет как минимум один цикл. А на втором цикле вам уже по одной ножке поставят, потому что вы уже заработали денег. Соответственно, система пойдет искать людей где? Во второй линии. То есть для вас это первая линия. Искать тех, кого вы пригласили. Соответственно,
Таким образом, у нас работает система умного уклона. Вот, допустим, приведу вам пример. К примеру, вот такой вот пример, чтобы вы понимали прям четко, как работает система умного уклона. Вот, допустим, у вас есть ячейка, соответственно, вы пригласили Лешу и Настю. И у вас есть одно свободное место, оно пустое. И у ваш спонсор, от него летит клон. То есть он попадает вот сюда, свободное левое место, соответственно. То есть здесь это выглядит вот так вот. Сюда вот стал у вас клон. Соответственно, куда станет второй? Если, допустим, у Леши есть один личник, вот Женя, а у Насти вообще никого нету. Соответственно, второй клон переливом полетит под Настю. Понимаете? Система уклона, она вот так вот как раз-таки и работает. Третий перелив полетит под первого здесь, понимаете? Потом уже под четвертого человека. И вот так вот рандомно все будет заполняться. Может быть, сейчас вам непонятно, но я вам скажу, что любой маркетинг вы всегда поймете на практике. У нас есть система уклона, которая заинтересована в результате новичка. Это очень важно. Соответственно, сколько вы можете здесь зарабатывать деньги? На самом деле очень много. Если вы одним аккаунтом только вот проходите, вот допустим, на К2 вы получаете 4 тонны, это $8. На К3 вы получаете $30. То есть, проходя по каждому столу, вы зарабатываете 19 тысяч тонн. На сегодняшний день это плюс-минус $36 тысяч. То есть, вы одним аккаунтом прошли все 12 столов и заработали $36 тысяч. Но, друзья мои, у вас еще есть клоны, которые идут за вами по пятам. И вот просто делаете X, умножаете. Если у вас в первом столе будет 350 клонов, просто умножайте. Берете второго клона и вытаскиваете на 12 стол. Берете третьего, вытаскиваете на 12 стол. Вот представьте, сколько вы можете здесь заработать денег. Просто даже, допустим, вот на К8, вот здесь 2. Просто умножайте на 2. Там сколько? $70 тысяч. Второй раз прошли. Понимаете? Просто делайте X, и вы сразу поймете, о каких доходах идет речь. Вот. Также у нас, смотрите, есть партнерская программа. Помимо линейного, где мы ячейки заполняем с вами, получаем доход, и там везде написано слово «партнерка». Вот обратите внимание. Прибыль – партнерка. Прибыль – партнерка. Везде в левой ножке – прибыль – партнерка. Что это значит? Если ваш личный приглашенный занимает это левое место, вы получаете 50% от партнерки. Соответственно, если в партнерке написано 40 тонн, то это 50% это 20 всего лишь тонн, 20 тонн, и вы получаете. И с остальной глубины, со второй, третьей, четвертой, пятой линии вы получаете по 10%. Соответственно, здесь в партнерку уходит 90%. Вы сейчас спросите, а где 10%? Уходит в компанию? Нет, друзья, 10% это лидерские бонусы, статус, когда вы закрываете лидера, вы получаете доход еще дополнительный 7% с глубины этой ветки, то есть от шестой линии, начиная до бесконечности, пока у вас не появится там конкурент. Соответственно, закрыли следующий статус криптобосса и получаете уже 10%. Это просто вот на самом деле это самый крутой маркетинг, который позволяет вам зарабатывать большие деньги. А теперь давайте с вами посмотрим на геометрическую прогрессию. К примеру, вы пригласили трех человек, они вас дублицировали, во второй линии у вас 9, в третьей 27, в четвертой 81 и 243 в пятой линии. Итого у вас 360 человек. Очень важный момент, хочу обратить внимание на партнерскую программу. То есть, вот у вас будут появляться люди в команду с первой по пятой линию, которые встают в ячейку, в денежную ячейку. Вот здесь вот смотрите, партнерка, партнерка, партнерка. Соответственно, на седьмом столе вот партнерка, вот 40 тонн. Здесь вот получается 80 тонн, здесь 160 тонн. Например, человек закрывает 9-й стол. И согласно вот этой математике, вот здесь вот математике, вы с первой линии получите, допустим, партнерку идет 160 тонн, а с первой линии вы получаете 50%. Это 80 тонн. Понимаете? Со второй линии уже здесь получается по 16 там идет, по 16. И представьте, вот со второй линии 9 раз вы получите партнерку, с третьей линии 27 раз, с четвертой 81 раз получите. Понимаете, в общей сложности вы получите с 360 человек вот эту партнерку. Сила вот как раз-таки здесь в партнерской программе. Здесь сила в том, чтобы строить команду. Не просто себе первую линию 3 человека, а, например, 5.
10. Вот представьте, вы пригласили 10 человек, пошла дубликация, у вас на пятой линии 100 тысяч человек. Вы 100 тысяч раз получите партнерку. Представьте, какие здесь деньги. 100 тысяч раз вы получаете партнерку с глубины. Поэтому это и называется гибридный маркетинг, убийца всех маркетингов, потому что вы здесь зарабатываете и по линейке, и по пятиуровневой партнерской программе, понимаете? Двигайтесь по апгрейдным столам и зарабатывайте все больше и больше. Вот, сейчас отключу как раз демонстрацию экрана. Вот, мне есть вам еще что сказать и показать. Позже как раз сейчас отвечу на все вопросы. Очень важно, чтобы вы обратили внимание. Почему? Потому что этот механизм работает будет постоянно. Здесь не будет такого, что этот маркетинг остановится. По одной простой причине. Первое. У нас есть рекуррентный платеж. 5 тонн каждый месяц, где вы платите за обучение, за доступ, за те знания, которые есть. У вас автоматом формируется клон в первом столе за 4 тонны. Соответственно, представьте, что у вас команда сейчас образовалась, там, я не знаю, 5000 человек. Представьте, каждый месяц 5000 клонов в первый стол, который толкает людей. На второй, на третий все зарабатывают деньги. Это первое, что дает возможность быть постоянным и постоянно быть в движении, постоянно зарабатывать деньги. Второе, система умного клона, который ищет сначала в приоритете новичка в первую линию, закрывает его, чтобы он получил результат. И новичок с результатом идет и показывает, вот, я ничего еще не сделал, уже заработал деньги. Так у нас работает система. Может быть, я дам там с бубном вам тут все рассказываю, красиво, вы не верите, но придите к нам, обратитесь к тому человеку, который вас пригласил, зарегистрируйтесь и посмотрите, как это работает на практике. Всегда нужно проверять на практике. Не нужно в теории строить, а вот, может быть, не получится или так далее. Просто можете купить за 5 тонн первый стол, и вы увидите, что через 2-3 дня вы уже будете на третьем, и у вас еще будет доход. Я вам 100% это гарантирую. Соответственно, потому что каждый спонсор заинтересован, чтобы его первая линия всегда была, скажем так, при деньгах, сытая, довольная, и тогда она идет за ним. Соответственно, также вторая линия и третья линия. То есть система умного клона работает таким образом, что она распределяет людей. Сначала ищет у вас людей в первой линии, когда их закрывает, потом ищет во второй линии, потом их закрывает, ищет людей в третьей линии, а потом заполняет ярусы, дыры, места. Тем самым создается некая такая компрессия буста. И все люди летят с первого, там, со второго стола в третий, в четвертый, в пятый, шестой. Таким образом, чем больше у вас будет формироваться клонов, вы можете своего новичка за один день протянуть с первого стола до седьмого. Вам это будет даже выгодно, понимаете? Кто меня понял, поставьте десяточки. Кто не понял, поставьте 11. И мы с вами разберем, может быть, даже тет-а-тет. В плане того, что тот человек, который вас пригласил, можно будет организовать. Мы каждый раз проводим различные разборы маркетинга, показываем различные стратегии, как это работает. И на следующем, скажем, на следующем вебинаре мы с вами разберем какую-нибудь определенную стратегию. Потому что здесь еще одна такая фишка дополнительная. Здесь вы можете покупать не все столы, а, например, 1-3-6. Понимаете? Вы можете выбрать выгодную для вас стратегию, где вы с максимальным КПД получите доход. Понимаете? Пригласив всего лишь двух человек в бизнес, вы отбили свои деньги. Отбили, у вас живые деньги на балансе, вы просто берете, выводите, обмениваете на рубли. Но я вам рекомендую этого не делать. Пускай они лежат в тоне. Вот в этой монете тонкоин. Потому что эта монета даст вам возможность в будущем приобрести себе что-то новое, понимаете? Так, вкратце рассказал маркетинг, показал вам возможность, как вы на этом можете заработать. Сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Но перед этим дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Семерки либо огоньки. Все ли вам было понятно? Смог ли я вам передать ту энергию, которая сейчас во мне бурлит? Потому что то, что у нас сейчас происходит, это реально круто. Потому что те результаты, которые у нас сейчас делают партнеры прямо на старте, даже новички просто зарабатывают здесь деньги. Виталий, отлично, 11, значит, будем разбирать подробнее, как это все работает. Понимаете? Новичок приходит в бизнес и уже получает результат.